Самое доброе утро, друзья! В эти выходные под Ярославлем в поселке Михайловский пройдет валенки-шоу. Это большой праздник на свежем воздухе в лучших традициях русской зимы. Ну и пришло время познакомить вас с нашими гостями. У нас сегодня в гостях Елена, участница валенки-шоу, Светлана, директор молодежного центра содействия, и Светлана, специалист молодежного центра содействия. Доброе утро! Доброе утро! Самое доброе утро! Да, и первый вопрос о валенки-шоу. Что, о чем это шоу? Ну, это зимнее мероприятие для молодежи. Оно имеет свою богатую историю. Началось оно еще далеко в 2007 году. Угу. Это уже восьмой раз будет? Девятый раз. Зимний день здоровья для молодежи. И главная его фишка была в том, что все участники будут одеты в валенки. И веселые конкурсы, такие спортивные, юмористические, на улице и обязательно в валенках. Может быть, конкурсы с использованием валенок. Угу. А можно пару примеров конкурсов? Ну, например, очень веселый конкурс, мы его называем «Каракатица». Когда один участник одевает валенки на руки, а другой держит его за ноги. Они должны так быстро пройти определенное расстояние. Конкурсы командные, то есть соревнуются разные команды, правильно? Да, соревнуются команды друг с другом в течение определенного времени, ну, допустим, 2 часа. Расскажите, а кто эти люди, которые в этих командах участвуют? Вообще для кого этот валенки-шоу организуется? Валенки-шоу организуются, как правило, для молодежи. То есть мы привлекаем молодежь к активным занятиям спортом, для того, чтобы они общались друг с другом, занимались спортом и так далее. В этом году наша программа еще немножечко расширилась, и добавились такие виды, как зимняя рыбалка. То есть, тоже в валенках обязательно. Обязательно нужно поймать как можно больше рыбы. Или нужно на валенок ловить. Нет, на мормышку. А также футбол в валенках, то есть приезжают спортсмены, ребята, которые соревнуются в командах. А конкурс на лучшее приготовление ухи, ярославская уха. То есть, опять же, не ту рыбу, которую рыбаки поймают, потому что мало ли этого не произойдет, мы останемся голодными. А просто из пресноводной рыбы команды готовят уху. А также у нас состоятся еще творческие конкурсы, о которых расскажем немножко поподробнее попозже. Хорошо. И Елена у нас с чудесным валенком, в котором цветы. Что это такое? Мы слышали, что там будет показ прям каких-то модных валенок. Да, это может правда? Быть одна из моделей? Да, это модельный валенок, так называется конкурс. Мы любим участвовать в нем, это самое любимое наше такое задание, когда нужно из старого валенка или ненужного валенка, то есть как у меня здесь детский валенок, сделать что-то необычное. Вообще, как каждый год очень много представляют моделей, и сложно придумать что-то другое. И поэтому вот именно в этом году, я раскрою небольшой секрет, хоть мы еще и не выступали с презентацией этого валенка, меня вдохновило на создание, вот это у меня букет, валенок-букет, моя свадьба у меня в этом году, ну, была свадьба, и я подумала, что почему бы нет, почему бы еще раз не испытать радость. Это как свадебный ваш букет? Да, это свадебный букет, я хочу его кинуть, и что девушки, которые его поймают, надеюсь, что в этом году, ну, девушка одна, выйдет замуж. А вы на свадьбе не в валенках были случайно тоже? Ну, у меня свадьба была тоже с элементами русских народных традиций. У нас единственное, что мы не учили валенки, потому что мы боялись, что погода не позволит. А так у нас были павлопосадские платки у всех девушек, у мальчиков шапки-ушанки. И на презентации этого валенка мы тоже хотим это учесть. Ну, невероятно классно. Здорово. А валенки, в которых люди к вам придут, это должны быть свои валенки или вы выдаете их где-то? Вообще, это должны быть свои валенки, но, как правило, у нас команды, гости мероприятия, они уже знают о том, что валенки можно украшать. Кто-то их расшивает, кто-то их украшает пайетками. Как правило, команды приезжают в одинаковых валенках, чтобы их издалека было видно. Вообще, у нас будет организована торговля нашей фабрикой, ярославской фабрикой вальной обуви. То есть, в принципе, если у тебя нет валенок, но ты можно купить переехать, у вас валенки? Да. Прямо на месте, классно. Прямо на месте, по ценам фабрики. А вот скажите про показ модных валенков. То есть нужно принести валенок и показать, или там будут модели дефилировать в валенках? И про вот творческий конкурс, который... Он проходит так. Вот как сказала Линда, они наряжают, как-то украшают валенки, должны его представить в творческой форме, как-то оригинально. То есть не пройти в валенках, а обыграть. То есть какое-то устроить мини-представление об этом валенке. И выиграют обычно те, у кого это оригинальнее. Вот у нас за 8 лет что только не было. И на гармошке играли, и в космос валенок запускали. И брейк-данс танцевали, то есть все что угодно, девочки. У кого как хватает фантазии. У нас тут множество фотографий здесь есть. Да, я прям смотрю, настолько счастливые люди все, видимо. И все валенки. Это как раз брейк-данс-то есть, да. Это брейк-данс?
валенный брейк-данс. То есть у нас команда, как раз Лена, команда, которая представляет, команда «Лесная поляна», они у нас из 8 лет проведения валенки-шоу 5 раз выигрывали конкурс «Модельный валенок». То есть они каждый год валенок, посох у них был. Они что только не придумывают. В этом году, вот, мы надеемся, они снова нас удивят, как и другие команды. Вот я, кстати, хочу раскрыть немножко секреты, что, оказывается, команда с первого Ярославского тоже будет принимать участие в валенке-шоу. Да, в конкурсном виде футбол валенок, что, в принципе, нам даже интересно самим на это посмотреть. Я думаю, в принципе, мне как тоже и всем телезрителям. Я бы тоже, да, посмотрел. А говоря про вот само шоу, да, какие из элементов, из конкурсов ваши самые любимые? Наверное, самые любимые элементы, когда к нам приезжает много команд, когда они все встречаются, знакомятся, и потом мы выкладываем фотографии, у нас появляются новые друзья. Поэтому, наверное, самый важный элемент – это общение. Это когда хоровод, да, то есть из всех участников на открытии мы будем делать большой хоровод. Под песню, естественно, «Валенки». Все ее знают, да. Сейчас разучиваем как раз ее. Еще у нас на мероприятии будет полевая кухня армейская. То есть любой желающий может купить заваленный рубль. У нас будет внутренняя своя валюта, она называется «Валенный рубль». Участвуя в конкурсах, участники... Гости мероприятия смогут заработать деньги и потом потратить их, покататься на буране. Не открывайте все секреты, все. Да, то есть сытыми... Оставим немножко интриги. Мы понимаем, что сытыми мы точно будем, побегаем, попрыгаем, творчески себя проявим и даже, может быть, валенки себе приобретем. Да. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию, рассказали об этом, обо всем, поделились такой праздничной атмосферой. Спасибо. Спасибо.